12 марта на территории мечети имени Саида Афанди города Каспийска состоялся первый в этом году городской ифтар, организованный главой муниципалитета Борисом Гонцовым. Перед разговением жители послушали нашиды и насладились прекрасным чтением аятов из священного Корана. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. Перед началом ифтара присутствующие совершили вечерний магриб-намаз, а после приступили к приему пищи. Отметим, что в мероприятии приняли участие глава Каспийска Борис Гонцов, заместители главы Гусейн Ункилов и Руслан Учакаев, председатель совета имамов Мурад Исмаилов и многие другие. Уважаемые братья, еще раз разрешите поздравить вас с наступившим священным месяцем Рамадан, месяцем поста, молитвы, очищения, духовного общения со Всевышним, получения от Него наставлений через чтение Корана, через молитвы. И дай Бог нам всем добра, светлого, счастливого мира. Пост в месяц Рамадан является обязательным для всех мусульман. Это один из способов духовного очищения, который приводит к полному спокойствию. В этот священный месяц мусульмане стараются улучшить свою жизнь и свои отношения со Всевышним. Они проводят больше времени с близкими людьми, собираясь на ифтарах и совместные молитвы. Дай Аллах, чтобы бараката этого месяца у нас было единство, у нас всегда было мирное небо над головой. Аминь. И, конечно, мы знаем пророка хадис, саллаллаху алейхи ва саллям, где он говорит, тот человек, который не благодарен людям, также он не благодарен Аллаху Всевышнему. Мурад Исмаилов в рамках встречи выразил благодарность главе города за организацию ифтара и вручил презенты. Отметим, что ифтар также прошел и на территории аэропорта Уйташ. Завершилось мероприятие духовно-познавательной программы и чтением нашидов и раздачей еды представителям различных структур и организаций. Всего в ифтаре приняло участие свыше 1000 человек.